План по призывникам будет выполнен, уверяют военные комиссариаты муниципалитетов области. Вирусные инфекции на осенний призыв не повлияют. На пунктах соблюдаются строгие меры предосторожности. Какие, расскажет Кристина Григорян. Особых новшеств в систему призыва «Зато Александровск» осенью этого года не внесено. Юноши получают повестку, прибывают в указанное время на комиссию, где проходит медицинский осмотр. Далее призывной комиссии, по ней выносится решение. Призыв, отсрочка. Вот. То есть и приятно новое, что большинство призывников будут служить в Мурманской области, подавляющее большинство. На пункте призыва введены строгие санитарные меры. На входе обязательная термометрия, выдача средств индивидуальной защиты. В случае плохого самочувствия призывника изолируют в специальном помещении до приезда скорой. Мы в два раза меньше вызываем призывников на призывную комиссию. Наш призывной пункт здесь находится, по графику обрабатывается военными средствами. Уже в конце этого месяца первые новобранцы осенней кампании из Большого ЗАТО отправятся в военные части, где будут проходить срочную службу.